А в топ-5 срочно перемещаются вот эти парни со Но звездочкой вот на груди. Вот они, эмоции того, что ты понимаешь, что были так с мейджора. Кстати... Рустем написал, что мы в финале, я не сплю Для Рустема это первый большой финал, для Хоббита, естественно Дося. я не помню, когда он последний раз доходил до финалов таких крупных ивентов Было ли это в 1.6, уже, наверное, Леша лучше вспомнить Адрен впервые за 12 лет доходит до финала чемпионата мира Последний раз на ВЦГ 2004-2005, мы уже с Лешей не вспомнили вот, в CS Source еще. То есть, ну, Зевс единственный человек, который имеет опыт таких больших матчей. И мы очень надеемся, что все-таки он сможет это с третьей жесть, попытки реально. выиграть финал мейджор Ну, вы сами видите эти он, эмоции. А он реально это сделает, он реально этот твит превратит в реальность. Как это возможно, я не понимаю, Можно но Зевс это делает. Это круто, это круто, он это, это делает, да. Он третий раз, кстати, выбивает э, этот датский состав.